Всем привет! Короче, ребята, такая проблема. Volkswagen B5 блоканулась дверь. Ну, мы знаем причину, там сама тяга сломалась. Она временно была на проволоке, некогда было делать. Ей снова это все некогда делать, вам рассказывать. Потому что, вон, смотрите, туча. Сейчас дождь увалит. Это все ради контента. Ну что там, рассказывай. Да что, все владелец. На самом деле не так страшно, как кажется. Да, в интернете ж ничего мы не нашли, да, конкретно? Да, снимаем элементарным способом, вот сюда по сети. Ну, снимаем клемку, это насекоподъемники. То есть здесь три болта. Это нам ничего не мешает, три болта откручиваем, как будто на открытой двери. Снизу, проблема снизу была. Только что здесь тоже нечего пугаться. Здесь есть две клипсы маленьких снизу, попытаюсь показать их. Вот. Одна здесь и вторая, два шурупа получается. Здесь один вот под динамиком, второй вот здесь. Тоже маленькая отвертка, можно вполне вот залезть, все открутить, ничего страшного нету. У нас уже это получилось, мы сняли и все. Просто тягиваем за карточку на себя. Мы уже сняли с клипса, раз, два. Те клипсы нам не нужны. Эту штучку опускаем. А ну, по сети. Оп, я в нижнем белье ты снимал, ну куда? И вот, ничего страшного нет, здесь нам доступ не нужен. И мы теперь ручным способом можем долезть, попытаться. До тяги той, да? Ну, ну, вот. И оп. О! И водитель чуть не выпал. Да, на самом деле, ребят, все не так страшно, как казалось бы, в интернете ничего нету. Просто как будто на открытой двери, как в комфортных условиях, все открывается. Короче, разозлился и пошел ломать, крутить. Ну а дальше все как обычно. Ну вот и все, вуаля, получилось. Надеюсь, будет полезным видосик. Все, теперь будем сейчас что-то с тягой этой делать, более-менее укреплять. Чтобы такого больше не случилось. Все, удачи!